Великобритания и Казахстан намерены усилить совместную борьбу с коррупцией. Об этом было заявлено в ходе визита государственного министра Соединенного Королевства Алана Данкана в Астану. Здесь он примет участие в международном форуме, на котором научно-экспертное сообщество обсуждает дальнейшие геополитические преобразования Великобритании после ее выхода из состава Евросоюза. На фоне возросшего экономического сотрудничества между нашими странами, сегодня важно определить возможные риски в изменении политики Соединенного Королевства в отношении Центральной Азии, считают казахстанские эксперты. Между тем, товарооборот между нашими странами с начала года вырос на 26% и достиг 122 миллионов долларов. Великобритания сегодня входит в пятерку стран-инвесторов в Казахстане. Мы очень оптимистично настроены в отношении сотрудничества с Казахстаном и думаю, нам необходимо продолжать совместную работу в рамках Совета Безопасности ООН. В частности, мы объявили о выделении 74 тысяч фунтов стерлингов для оказания поддержки Казахстану в реализации антикоррупционной стратегии. Кроме того, мы уверены, что на фоне успешного проведения Экспо наши коммерческие взаимоотношения также продолжат расти. Политика Великобритании в рамках ЕС и политика Великобритании после выхода с ЕС это, конечно, будет иметь разные значения, но в данном направлении, как я уже отметил, экономическое наше сотрудничество раз переживает такой рост, и как раз-таки сотрудничество в треугольнике Китай, Великобритания, Казахстан сейчас имеет приоритетное значение.